Минутка расизма на канале закончена. Не, ну смотри. Блять, организаторы сект, да? Особенно у таких удачливые, да? Они, у них, сука, 5 квартир, 8 дач, и целые нахуй стоянки с дорогущими автомобилями. Им надо переебать, короче, всем, отжать у них все. При этом... Охуеть, на стюге победили. Вау. Я 10к получил. За что я 10к получил? Я не ебу. Я, может, 12 где-то так. Ну ты не бойся, блин. Ну ты по-любому больше меня получил. Я 700 опыта получил, ну причем не настрелял. А ты настрелял, ну скорее всего где-нибудь 1500 ты тысячу опыта получил. И... Надо будет тоже штука как-нибудь докачать. У меня нету никакого стремления прокачивать советские ветки. Не, надо, знаешь, такое стремление поставить одно. То, что можно потом аккаунт продать задорого. Без что. Вот у меня стремление было где-то до 2014... Аккаунт надо продавать со всей почтой. Да. Ну, знаешь, создаешь новую почту, меняешь ее и все. Вообще, знаешь, как это... Махинации, знаешь, какие вообще вытворяют? Меняют почту, да, но не отвязывают это, телефон. Продают, сразу обрывают все связи и через телефон останавливают аккаунт. Ну, человек потратил, допустим, 20 штук на твой аккаунт, а ты мало то, что 20 штук получил, так ты еще и аккаунт спиздил. Такая херли. А где доказательства, что ты продал? Может, ты просто перечислил, а? Да. Или передал? Да. Ну и? Потому что сейчас без договоров... Лучше ни с чем не соглашаться. Да. Я тоже уже взаймы буду только давать только даже это. Даже мама, когда тебя просит пойти в магазин, ты без договора не соглашайся. Да вот я тоже так думаю. Но я потом пизды получу, правда, то что я не сходил нихуя. Потому что хрен знает. Потому что хрен его знает, получу я в глаз, не получу я в глаз за то, что я не сходил. Отлично, с 34-кой меня, блин, просто... Ладно, сейчас я от чайфи получу, сейчас. Нет, я не от чайфи получу. Ну ты отгребешь явно. Угу. Я потерял чаффи. Это отлично просто. Мне кажется, или я один на фланге. Да единственное, что понимаю, что я просто играю сейчас как полный долбоёб, потому что я вообще не думаю, что я делаю. А я типа думаю. Ладно, после... Короче, я потом это... Позвоню, кое-что узнаю. Если мне не надо будет кое-что делать, тогда это... Мы еще в танке сразу за руку порубаем. А если надо, то где-то я, наверное, на полчасика отойду. Ну, окей, я тогда, может, Ведьмака зайду там. Мне надо все-таки в Велен перескочить уже. А, кстати, ну ты же без джойстика играешь в Ведьмака, да? Да. Ну, у меня привычно мышка и клавиатура. А я второго Ведьмака на джойстике полностью проходил. Но, сука, первый Ведьмак джойстик вообще нихуя не поддерживает. Причем у меня лицензия, попрошу заметить. У меня вот первый, второй Ведьмак лицензии. Ой, сучки. Первый Ведьмак у меня вообще геймпад не поддерживает. Зато второй поддерживает. Причем я тестил первый Ведьмак на фулл настройках, да? При записи. Сука, лагает. Даже без записи подлагивает. Второй Ведьмак с записью и без записи выдает стабильный 60 FPS. Причем на максималках. В чем разница, я не понимаю. Тоже не понимаю, но я сейчас понимаю, что мне кто-то въебет. Вот это я понимаю хорошо. Вчера, кстати говоря, ходил на огород пахать, да? В общем, у соседей в трубе... Короче, говорить. Эти... Не в его. Синица или... По-моему, синица.
Так, синица маленькая. Кстати, синица маленькие или нет? Я пока не напиздил тебе. В общем, маленькая птица, да? Такая. В трубе, в такой. Мама. Здоровый, выснил. Да? Короче, пять птенцов высидело, еще сама там торчит, да? Короче, меня позвали, да, посмотреть? Ну, я как истинный орнитолог, да, без образования, сука, пошел, смотрю, меня, блядь, эта, сука, птица взглядом унизила, нахуй. Она, я посмотрела своим глазюкой, да, она, сука, меня унизила. Я, блядь, понял, что после этого мне уже все, не жить, как обычному человеку, понимаешь? Меня просто с 11 хп никто еще не убил. Не, а еще без шуток, да? Я такой заглядываю, на меня эта птица смотрит, да? И такой хауль, блядь, открытый, сука, торчит. Сука, кидай, давай жрать, нахуй. Понимаешь? Я жив. Знаешь, вот маленькая головка, и такая пасть открывается, нахуй, всю голову. Сука, погнал, кидай, блядь, давай, нахуй. Знаешь, я такой стою, блядь, думаю, ебать, это что нахуй такое? Пойду, а это парни, птичка маленькая, понимаешь? Вот птенец размером со спичечную коробку, половинку спичечной коробки, да? Головка, у которого, блин, с фалангу моего мизинца, да? С одной фалангу мизинца. Сука, открыл пасть во всю бошку, понимаешь? Я туда посмотрел, это, знаешь, бездна, нахуй. Туда кидаю, вот не закончится там ни хера ничего, понимаешь? Давай, быстрее. И арта тебя сейчас забирает. Как обычно. А, ну арта на захвате как раз. Все. Захват 100 кубов. Нас осталось 2-2, мы успели взять захват. Да. И просто у меня 11 хп, и меня не добило этот Т-34. Меня одно радует, что сейчас я с 67-ки на Хелкета пересел. 1655 я получу. Все. На штуках. Сколько? 1655 опыта. А по деньгам? 18к. А, ну я что-то так и думал, что у тебя по-моему будет больше. Так, значит, исследовал Хелкета. Я вот думаю, а 20 продать? Так, все, Hellcat исследован, теперь Т-67 продать. Может, А-20 мне продать? Я на нем все равно вообще не играю. 18, 4, 9 продать. Да, всё. Я А-20 продам, я на нем не катаю вообще. Так, исследование. Продать. Американское, вот Hellcat купить. Без экипажа. Сейчас я экипаж, короче, засуну с этого. Все, я покупаю себе Hellcat. С 67-ки. Так. Исследование. Так. Экипаж Hellcat. Вот ты Hellcatик мой. Текущее. Без машины, без экипажа. Да. Знаешь, мне... На Хелкета как раз чуть-чуть не хватало. Мне, походу, 3000 не хватало на Хелкета. Так. А я забыл, как там экипаж переучить? А правая кнопка мыши, личное дело на каждого, обучение, текущая машина, обучить. У меня сейчас 62% экипаж будет на Хелкете. Вообще 61%, ну, короче, 62 на самом деле. Вы ничего не понимаете в этой жизни и так далее. Вот все. Так, вот он Hellcatик мой, блин. Так, ну, сразу закупу. Так, ну-ка, сначала надо посмотреть. Мне нужны гусли, вот прям по-любому, да? Нет. Движок я могу максимальный сразу купить. Пушку, которая у меня. Так, рад. Так, ну, короче. Обучить. Мне по-любому нужны будут новые гусли, потому что. Ну да.
Гусля, пушка. Гусля, пушка, башня, пушка и Т-25 слэш 2 будет у меня. Причем это будет только спустя сколько опыта? Так, все, повторяю. Ой, учит. Короче, на хэлкете много накатаю. Т-67. Да. Ах ты ж. Можно сразу движок максимальный купить и пушку следующую. Я буквально все купил, что можно. Менять. Причем у меня пушка с этого осталась. Ты понял. Ну, я понял. Автоматическое пополнение. Всё, я купил себе все, что мог. Все, у меня... Ну, это, короче, 67-ка, только более такая подвижная, по-моему. Только надо гусли. Да, у меня мобильность очень высокая получается. Но у меня штраф за механика, так что... Не очень. Ну, давай попробуем сейчас. Сейчас, погоди. Надо этот... Продать это... Сейчас что дай обслуживание небольшое. Проведу из меню, точнее. Так. Снаряжение не подходит к оружию. Оборудование. Ага. Так, снаряжение. Оборудование я составлю. Хомуха. Вот огнетушители, аптечки, ремкомплекты вот большие, да? Они сейчас по 5 штук стоят. Продажи, это плохо. А я помню, на стриме продал, такой думаю, а чё мне пишут, я дебил? Потом я допёр, почему. Почему мне тогда написали, что на стриме, что я дебил? Я, в принципе, не отрицаю, потому что я дебил. Всё, у меня теперь 2 шестёрки. А у меня, 3, по-моему, 6-ки. Ладно, ну чё. Первый бой на хеллкэтах. Чё-то я даже не спросил, готов, не готов-то. Ну, по-любому, готов был. Закупился даже, не как обычно. Заметь, не как обычно я. Пустым. Ой! Охуеть! Причем у нас хэлкэт это 67-ки пока что. Но. Это причем без шуток, ё-моё. Ну, потом, может, будут это настоящие хэлкэты. Да. А сейчас это... А сейчас это 67-ки, только покруче чуть-чуть. Ну, чуть-чуть-то может. М-18 хэлкэт. От души душевно. А где у меня Кузя, блин, дрыхнет? Понятно, вот сейчас бы отодвинулся бы назад, пиздец Кузи был бы. Он сзади меня, он сейчас сзади меня дрыхнет. Под стулом почти что. Не, вроде поворот более такой. Но они более поворотливые, да? А если гуслю поставить, они вообще... Поворот более поворотливый. Ну, они медленнее. 67-ок. Ну, хрен с ним. Ну, гусли поставятся. Ну, гусля поставится, они будут более маневренными. Да. Ой! Я думал, сейчас полетят. Но летают они... Ну, тяжелее, полет такой идет. Вот нахрена пулемет нужен хеллкэту, да, если им нельзя пользоваться? Вообще, нафига пулеметы ставят на танки, да, если им нельзя пользоваться? Ну, типа реалистичность. Да это в жопу эту реалистику, я тебе так скажу. Ну, тогда пойдем проект Армата или как он там... Не, в это говно я не пойду. Если мне не заплатят 1200, я в это говно не пойду. Я типа в это говно собираюсь. Это же ваши делали Армату. Вот, вот это вот, кстати, самое обидное, что наши делали. Санна и Mail.ru, блин, ебанутые люди. Не, вроде в некоторых пунктах она нормальная. Говорят, хорошая игрушка. Где она в пизду хорошая? Ты в неё играл? Я в это говно не играл, играть не собираюсь. Танки на всю жизнь. Ни хренища в говно прилетело. Да ёпта! Ёпта! Блять! Что-то до хренища говна летит. Это... Понимаешь, по мне 3 стюга стрелялось, причем 2 фугасами, два фугасами и 2 бронебойками, блин. Я сейчас отхерачу, ты так и так. Понимаешь, я даже ни в кого не настрелял. Ух ты, попал.
От души душевно, короче, бля. И в меня кто-то попал. Угу. Мне все, сейчас бы все мои четвертые уровни на пятые бы перевести. У меня остался один четвертый уровень. А двадцатую я все-таки только что... У меня дофига. У меня еще сколько четвертых уровней-то, господи? Сейчас посчитаем. Учимся считать с Данте. 1, 2, 3, 4 У меня был вариант, либо Лукет, либо Лукет. У меня 8 четвертых уровней, блять. Причем я не качаю арту только по одной причине. Арта дроча. Это арта дроча. У меня только кова четвертый. Потому что, ну, кто на арте играет, это... Младший пидорас, мальчик молодой, все хотят ему в ебо... Советская арта ногой. Второго уровня у меня была. Знаешь, вот я модпак поставил другой, ну, тот же, да? Только тут чуть по-другому, да? Еще на американской арте играл. Ты чего? Угу. В общем, он более такой, более так лучше выглядит. Может начать французский картон качать? Французский? Ну, если по MX-40 судить, то да, это точно карцон. Который так танкует, сука. Они их вроде бы... И сейчас надо мной пролетает самолет. Ты понимаешь, какой пиздец происходит? Чехословакия. Пойду качать. Это самая сложная ветка по качу. Я не знаю даже, в кого тут качаться, ты понимаешь? Да я тоже не знаю, в кого тут качаться. Блин, то... такой выбор, что ли в ТВП-Т-50-51? То ли в ТВП-50-51. Да. Или в ТВП-Т-50-51. Да, блять, что делать-то я? У тебя, кстати, какой танк? Максимальный у Чехословакии первый? Уровень, да? Угадал? Да. А у меня четвертый. Ой, пойду я лучше, наверное, в китайскую. Там немного проще. В китайскую? 121 и 113. Что-то я Китаев... А я Китай не видел даже. А нет, тип 64 видел. Ну, Китай... И со второго их. Блин, вот Китай у меня... Мне надо М4 стюр... М5 и 1 стюр покупать, блин. Но мне так... Я... Мне китайцы не понравились. Ну, блин, у них 113 и 121 хорошие танки. Ну, бляха-муха. Ну, 121 или 113? Ну, это не алё. Не алё, короче. А может в Японию? Ну в Японию там вообще пиздец. Там один танк это нахуй и весь маус на 8 уровне. А, кстати, по-моему, тяж у японцев 8 уровня, это маус 10 уровня. По размеру. Или оху. Так, короче, ладно. Надо мне еще позвонить, кое-что узнать и. Короче, узнаем, продолжим или нет. Угу.